«Приветствуем и благословляем вас, Камиамиа Великий, избранный небесами, дабы объединить наш разобщенный народ. О могучий король! Вы впервые в истории, в 1791 году, добились власти над всем большим островом. А к 1810 году под вашей властью были собраны все Гавайские острова. Как первый единый король, вы стандартизировали законы и налоговую систему, а также приняли закон расщепленного весла, защищавший мирных жителей во время войны. Ваши законы и ваши дела продолжали жить и после вашей смерти, последовавшей в 1819 году. О мудрый и благородный король! Ваш народ желает, чтобы вы снова встали у руля королевского корабля. Нам нужен лидер, чье величие не имеет себе равных. Ответите ли вы на этот призыв? Наденете ли вновь мантию Тихоокеанского льва? Создадите ли королевство, которое устоит под натиском времени? Im Namen des großen deutschen Volkes heiße ich euch willkommen. Also, raus damit! Verderbter Bösewicht, wir werden euch unter die Erde bringen!
Добро пожаловать в эпоху древнего мира. Thank you.
Thank you.
Добро пожаловать в эпоху Средневековья. Thank you.
abgemacht.
Also raus damit. Verderbter Bösewicht, wir werden euch unter die Erde bringen.
Добро пожаловать в эпоху Возрождения.